прокатиться на американском автомобиле, собранном в Корее. Если хотите, поехали вместе с нами. И прокатимся мы сегодня на Chevrolet Epica. Любезно предоставлен нам Джимиром Мак. Что за автомобиль? Автомобиль продолжатель рода E. Очень большой корейский автомобиль. Сначала это был Chevrolet Evander. И немножко истории. Примерно год назад, когда нас еще только собиралась шевронуть одна очень известная фирма, которая почему-то опять пришла в город Магнитогорск. Ну ладно, не об этом. Я думал, какой автомобиль взять. Мои амбиции, мои непомерные амбиции — это громадный автомобиль с полным фаршем по недорогой цене. Что можно было взять? Я остановил свой выбор на Chevrolet Evander. Но не судьба. И Chevrolet Evander нашла все-таки заслуженных покупателей. Сегодня мы едем на американском автомобиле Chevrolet Epica. Почему я говорю, что это американский автомобиль? Ну, во-первых, здесь очень богатая комплектация. А мы, кстати, едем в топовой на автомате и на таких серьезных 17-дюймовых дисках. Ну, при желании, конечно. Или если вам не нравится низкопрофильная резина, то Chevrolet Epica может комплектоваться как дисками на 15, так и вот до 17-дюймовых. А здесь есть снаружи все, чтобы подчеркнуть вашу бизнес-функциональность. Внутри все, чтобы подчеркнуть вашу функциональность как водителя, который предпочитает часть жизни проводить в машине. Для этого здесь стоит в этой комплектации автомат, полный климат-контроль. Для чего здесь компас, я не знаю, это не джип. Ну, разумеется, круиз-контроль, раз мы ездим на автомате, и 8 подушек безопасности. Машина действительно безопасна. Снаружи автомобиль, ну, эта внешность, ее трудно назвать революционной, она, скажем так, ультрасовременная. И в Chevrolet Epica вы будете выглядеть, разумеется, современно. Кто-то может сказать, что 24-клапанный 6-горшковый рядный двигатель — это маловато. Но 143 лошадиные силы, и, в общем-то, а зачем больше? Это, в общем-то, вариант достаточно экономичный. И при этом этот экономичный вариант, разумеется, бензина ест, в общем, не так уж и много. Возвратимся к цене и к приемлемым подаркам от торгового дома Джимир Мак. Цена Chevrolet Epica начинается, ну, примерно от 631 тысячи рублей. Где машину купить? Разумеется, в торговом доме Джимир Мак, что расположен на перекрестке улицы Советской Армии и проспекта Ленина. Помните такой симпатичный стеклянный кубик? Топовая комплектация, ну, примерно 800 тысяч. И при этом внутреннее обаяние семейного американца, а что еще больше надо? А, и при этом еще в преддверии Нового года, если вы выберете себе наконец-таки все-таки серьезный и большой автомобиль, то торговый дом Джимир Мак приготовил вам серьезные и вкусные подарки. При покупке Chevrolet Epica или Opel Vectra вы получаете в подарок комплект зимней резины. А если вы выбрали хэтчбэк Chevrolet Aveo, вам чудный сертификат на 10 тысяч рублей на покупку дополнительного оборудования в торговом доме Джимир Мак, Ленина 95Б.